Оливейя позирует на фоне самой главной достопримечательности Барселоны — Саграды Фамилии, или храм Святого Семейства, если переводить на русский. Это уникальное строение было начато в 1883 году великим каталонским архитектором Антонио Гауди. То есть в этом году, 2023, 140-летний юбилей. Но великий Антонио Гауди завещал строить этот храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия, только на пожертвования прихожан. Поэтому так долго он строится. Хотя уже дату объявили — 2025 год, окончание строительства. Но эту дату, правда, объявляли уже не раз. И 18-й, помню, и 20-й год, уже 25-й перенесли. Ну, главное, что туристы сюда ездят со всего мира, приносят деньги. Ну и вообще, это, если вы будете в Барселоне, конечно, в первую очередь нужно посетить храм Святого Семейства Саграда Фамилия.